Привет моим подписчикам и случайным зрителям! Сегодня 24 августа. В этот день в Украине празднуют День независимости. Государственный праздник, выходной день. А я хочу пройтись по набережной, показать вам сегодняшнюю набережную. И вон там, за мостом, видите, там проходит парусная регата. Подойдем туда ближе и посмотрим на парусную регату. Ну вот, я подошла ближе. Смотрите, сколько яхт сегодня на Днепре. Яхт сегодня много. Они все вышли на регату показать свою красоту. Ну, насчет красоты, это, конечно, была шутка. Хотя красота для зрителей – это немаловажно. Ну, а для участников соревнования им нужно победить, обмануть противника, найти лучший ветер и первым прийти к финишу. Смотрите, по-моему, они справляются со своей задачей. А жители и гости города – вышли сегодня на набережную, как говорится, других посмотреть и себя показать. По-моему, им это удалось. Да и погода сегодня способствует. Прохладный ветерок дует с Днепра. На причалах Днепра. 500 гривен, детки до 5 лет катаются бесплатно. Проходите, присаживайтесь, занимайте. Теплоход будет скоро отправляться. Вот смотрите, пиратский катер приглашает на прогулку. Выглядит очень симпатично. Он даже поменял сегодня свой флаг. Ну и как же вам не показать в праздничный день наш великолепный фонтан «Белый лебедь»? Он на Днепре, очень симпатичный. А кто сегодня был со мной и кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!